Доброе утро. Доброе. Очень подозрительно вы на меня посмотрели, я обратил внимание. Я смотрю, вот такой тип, с каким-то приборчиком. Это видеокамера. Очень красивые дома есть, ваш тоже неплохой. Ну, я знаю. Вот такой. Давай, позвонишь. А что ж вы на работу так рано? Нет, побыстрее. А, я думал, все спят, смотрю, вы ни свет, ни заря. Полетели канале. Это на поезде придется ехать? Да, понятно. Скоро продавать будем, да. Продавать, да? Да. Сейчас сезон хороший продать. Я продаю тоже, но я не могу продать, у меня электричества нету. Сейчас все хотят с электричеством дом. Если у вас есть, значит быстро продадите. 9 месяцев продаю. Ну здесь в Лехтусе, ну вы знаете. Относительно недалеко. Вот. И как же вы будете без дачи-то? Так хуже. Сейчас болею. Ну это да. Надо подумать о здоровье. Да. А чё ж так дом у него покосился? Я вот всё смотрю, сколько лет здесь хожу. Надо же. А он живет здесь или нет? Живет. Ну не. Наезд. Страшно. Еще завалится. Удивительно. Ой. Ну ладно, до свидания, всего хорошего вам.